Всем привет! Хочу оставить свой видеоотзыв о своем лаке для ногтей Cindy Creative Play. Покупала его в номере 24. Вот так вот он красиво выглядит. Это такие нежные, ненавязчивые блесточки. У меня подготовлено несколько образцов. Вот у меня есть на такой вот телесной подложке. Это вот на таком основном цвете у меня он. Дальше он есть на таком же цвете, сверху покрыт матовым топом. Очень круто смотрится, мне вот понравился вот этот вариант очень-очень сильно. Покрывала я матовым топом от Noob. Есть он у меня на красной подложке. Такой придал красному цвету золотой отливчик. И есть он просто у меня на типсе, без какой-либо подложки, в один слой. И сейчас покажу консистенцию, как он наносится. Несмотря на то, что это блесточки, он довольно жиденький. Так вот мы видим, что он довольно жидкий. Наносится он хорошо, равномерно. Это такой лак, который позволяет видоизменить свой какой-то основной цвет. То есть походили с красненьким сверху, покрыли, он стал у вас такой красивый, с блесточками. Мне он очень понравился. Также хочу заметить, что это 100% оригинал. Здесь присутствует голограммка. Так вот, он красиво блестит. Видео полностью не передает всю вот эту вот его красоту. Он в жизни намного красивее. Покупала я его в Наоми 24, как и все свои товары. Поэтому я рекомендую вам этот магазин. Надеюсь, мое видео было для вас полезным и помогло определиться с цветом. Если блесточки любите, то этот лачок вам обязательно понравится. Носится он хорошо около 3-5 дней. Все зависит от того, на какая нагрузка на ногтики. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!